Самое выгодное предложение только сегодняшнего дня. Стиль Коко Шанель в самом специальном предложении от бренда Prestige Style. Это куртка «Яркое рандеву». Но это не просто куртка, это куртка-жакет по самой лучшей цене, которая действует ровно одни сутки – 2499 рублей. Я для себя выбираю цвет яркий, цвет красный. Я уже готовлюсь к весне, я хочу к себе привлечь максимум восхищенных взглядов. И любви, потому что именно красный цвет привлекает любовь в свое сердце. Что ж, прекрасно. У нас есть бордовый цвет. Чем он хорош? Для тех, кто хотел бы яркости, но еще побаиваться красного, я бы посоветовала сделать выбор в сторону цвета бордового. Яркий василек. Раскрасим свою жизнь яркими красками. Слушай, я обожаю горький шоколад, но знаю, что многие женщины сидят на диетах. Вот сидите на диетах, а шоколадки хочется. Выбирайте для себя куртку, жакет «Яркое рандеву» именно в цвете шоколадного цвета. Он действительно очень вкусный. Далее изумруд. Изумруд для любительниц малахита, для любительниц изумрудов. А как он подойдет для тем, у кого серые или зеленые глаза? Слушай, ну вот классический цвет темно-синий. Если есть уже черный, можно выбрать, например, у нас пошли туда базовые расцветки. Да, классический темно-синий для тех, кто хотел бы отказаться от черного, но не в пользу яркости. У нас сливочный цвет. Знаешь, похож он на... очень мягкий, да. Он очень кремовый, подойдет к любому типу лица. Знаешь, такой любой... вкусный, похож, знаешь, на мороженое крем-брюле, согласись. Точно. Ну и, конечно же, черный цвет. Классика, торжественность, стройность, никогда не выходящая из моды. Это классика. Я считаю, нужно выбирать сразу две расцветки. Какой-нибудь один из классических и обязательно положите яркий цвет. Вам захочется яркого настроения, ярких красок этой весной. Да и вообще, я же считаю, что независимо от того, какая погода за окном, должны чувствовать себя всегда ярко и стильно, но при этом еще и комфортно, и, конечно, чувствовать себя дорогой и роскошной. И это позволяет нам бренд Prestige. А дорогой и роскошный почувствовать себя в этом жакете очень легко, потому что дорогая и роскошная здесь не только ткань, еще и фурнитура. А когда производитель уделяет такое внимание отделке своих вещей, это говорит о качестве. Посмотри, у нас здесь опять не крашеный пластик, у нас металлизированная фурнитура. На пуллере у нас стразы, которые переливаются словно бриллианты. Но стразы у нас украшают не только эту часть нашего жакета. Молнии у нас как раз еще и закрывают карманы. И там точно такие же пуллеры со стразами. То есть, на самом деле, этот пуллер, он уже выполняет роль кулончика. И вот эти красиво стразы сверкающие, вот здесь вот у нас в районе карманов тоже. Да. То есть, у нас жакет действительно богато украшен. Это эксклюзив, весной, да, на солнце. Это будет невероятно переливаться и, конечно, создавать статусный, богатый вид. Это эксклюзивный вид, эксклюзивная женщина. Успейте дозвониться прямо сейчас. Если вы смотрите наш телеканал впервые и только сейчас видите бренд Prestige Style, сделайте свой первый заказ. Именно в эту минуту вы приобретаете и куртку, и жакет, и свое яркое весеннее настроение. Но, кроме этого, вы еще и приобретаете нашу любовь. Вот оно, наше большое золотое сердце. Это подарок. Внутри находится ваше золото. Это золотая бонусная карта. На ней уже лежит 200 бонусных рублей. Экономьте вместе с нами, но никогда не экономьте на себе. Получайте больше и позволяйте себе больше. Звонки бесплатные, дозвонитесь прямо сейчас. Наташа, расскажи, пожалуйста, наша куртка-жакет «Яркое рандеву» выполнен в стиле Коко Шанель. Но будет ли он стройнить, например, 58 или 54 размер? Лена, а ты посмотри на наш подиум сама. У нас три разные фигуры и три совершенно стройные наши девушки. У нас Марина 52 размера. Куртка-жакет, на ней сидит как влитая. А обращу сразу твое внимание. У нас в нашей куртке предусмотрены плечики, которые сразу корректируют линию плеча и делают посадку идеальной. Взгляни дальше, Лен. У нас золотая молния, которая как бы разрезает силуэт надвое. Это всегда делает верхнюю часть тела менее массивной. В целом у нас очень правильная длина. Что есть правильная длина у жакета? Не слишком короткая, которая сейчас очень часто встречается чуть ниже талии. Не слишком длинная. Бывают жакеты, которые заканчиваются в самой широкой части бедер и от этого подчеркивают. Утяжеляют, да. У нас чуть ниже косточки на бедрах. Для чего это нужно? Для того, чтобы уравновесить и сбалансировать пропорции. Для того, чтобы увести взгляд от пышности бедер. То есть Светлана Анисковец даже длину сантиметром промерила. Причем длина такая, именно 61 сантиметр приблизительно от плеча. Она универсальная.
универсально правильно садится на любой рост. Это прекрасно, потому что сегодня мы выбираем уникальное и универсальное предложение. Это куртка, жакет, яркое рандеву, которое подстроится лично под ваши параметры, подчеркнет вашу женскую красоту. Светлана делилась с нами своими ощущениями, что раньше, заходя в магазине, она не находила для себя практически никакой одежды. И, конечно, испытывала ощущение обиды и ущербности от своего внешнего вида. Я вот знаю, что многие женщины тоже страдают, что заходят в магазин, а им говорят «нет». Но сегодня телеканал Shop & Show и Prestige Style говорит вам «да». Будьте модной, будьте стильной, будьте роскошной и выбирайте самое выгодное предложение сегодняшнего дня. Это куртка-жакет «Яркое рандеву» до 60-го размера. Есть наличие у нас, дозванивайтесь и оформляйте заказы. Это эксклюзив. Причем, Наташа, выбирая для себя вот такую, казалось бы, кожаную куртку, мы ощущаем комфорт и уверены в качестве, согласись? Мы уверены в качестве. Давай заглянем внутрь. Как говорила бессмертная Коко Шанель, я не могу сказать стоимость вещи, пока не увижу ее изнанку. Посмотри, у нас здесь бортовая подкройная обтачка, у нас здесь подкройная обтачка зоны горловины. Причем абсолютно все обтачки у нас обработаны флизелином. И это говорит о качестве. Это говорит о том, что ни бортовая, ни горловая зоны не растянутся. Мы можем смело стирать нашу куртку, жакет в стиральной машине. Главное выбрать щадящий режим, и все, наша форма нашего жакета абсолютно сохранится. Плюс ко всему, упругость самого материала, возвратный эффект, то есть у этого жакета не оттянутся локти. Он не потеряет форму от носок. Он всегда будет выглядеть так, словно в первый день, когда мы его увидели. Но при этом еще, выбирая для себя куртка-жакет «Яркое рандеву», вы насладитесь комфортом потрясающей ткани. Не захотите с ней расставаться, да и не надо, потому что наша куртка-жакет «Яркое рандеву» можно носить все 4 сезона. Ну вот, например, Наташ, можно зимой носить как жакет в дополнение к нашим брюкам или юбке, а весной как легкую куртку, ну и летом тоже накидывать на прохладные вечера тоже себе на плечи. Конечно, Лен, мы же говорим именно об универсальности. Сейчас эту куртку носим смело как жакет или даже блуза. Ну а потом мы будем носить как кожаную куртку. И просто дополнять любой образ. Но сегодня у нас скидка невероятная, 1500 рублей, поэтому дозванивайтесь прямо сейчас. Позвольте себе жить роскошно. Начните новую жизнь вместе с Shop & Show брендом Prestige Style и с нашим специальным предложением сегодняшнего дня. Курткой жакет «Яркое рандеву».